Сегодня 1 февраля и решил бы провести небольшой эксперимент. Увидел в интернете, что один мужик рассказывал, что за 10 дней можно сбросить 10 килограмм. Что для этого надо делать? Утром выпивать 2 стакана воды, в обед обедать как обычно и вечером пить только кефир, один литр. В общем, что для начала, сегодня первый день. Сейчас встанем на весы. Посмотрим вес. Так, вес 108. Начальный вес. И через 10 дней посмотрим, действительно ли можно сбросить 10 килограмм за 10 дней. Видео буду выкладывать каждый день. Коротенькое. Все, всем спасибо.